Всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать свой заказ с сайта GearBest. Кому интересно, оставайтесь со мной. Я уже посылку открыла. Посылки у нас вот такая коробочка в виде чемоданчика с ручкой. Отличный подарок для девочки. Это у нас кукольный домик. Сейчас откроем, посмотрим. Тут в наборе идет книжка, тут указано, как можно собрать, но тут все на китайском. Ну, я попробую собрать. Вот сделала вот такой заказ, такие цветочки, очень красивые, мне очень понравилось, они мелкие такие. Эти цветочки можно использовать в дополнение в свадебных букетах и можно даже на венок. 6 штучек, вот. Цену не помню, я оставлю обязательно ссылку в описании, посмотрите. Когда сделала заказ, на следующий день сразу продавец отправил. Вот. Тоже первый заказ у меня с этого сайта. Только начинаю знакомиться с этим сайтом. Вот, очень красивый. Такой довольно длинный, где-то около 50 сантиметров длиной. Вот видите, вот эти проволоки, если, допустим, убрать цветочки, использовать в букетах, вот эти проволоки тоже нужны будут. Все пойдет в ход. Вот такой букетик. Я довольна. Я чуть не выкинула пакет. У меня вот тут еще спрятаны лепесточки. Заказывала такие лепесточки. Лепесточками я довольна, очень классная вообще. Девочки, все ссылки будут в описании, заходите, смотрите. Всем спасибо, всем пока.